Доброе утро, дорогие друзья! Хотелось бы встречать этот день не только чашкой ароматного кофе, но и хорошей музыкой. Название этого коллектива переносит нас в волшебный мир фэнтези, на зеленые холмы Средиземья. А их музыка — это старый добрый рок-н-ролл. Сегодня у нас в гостях Макс Иванов, лидер группы «Торбо на круче». Максим, доброе утро! Доброе! Самой прекрасной эпохи конец. Память бросает нам счастье по крохе в костры из сердец. Не все наши зрители знают, что это отсылка к Толкину. Что это значит «Торбо на круче»? Мой папа в детстве читал мне книжку «Хоббит» или «Туда и обратно». Это единственная из всего наследия Толкина книга, которая была переведена на тот момент и издана в советское время. Я еще не умел читать, а вот папа меня уже погружал в эти прекрасные сказочные миры. И настолько это во мне засело, запало, проросло, что когда пришел момент называть рок-группу, ничего лучшего, как место, откуда начинается сказка, а это и есть «Торбо на круче». А «Торбо на круче» — это что? «Бэгэнд» — это по-английски, вот это место, где жили главные герои, хоббиты. Но в творчестве это не нашло отражения, то есть ваша поэзия — это не мир фэнтези. Был момент, когда я жил еще в Кирове, в начале 90-х годов 20 века. У нас была группа с моим другом Стасом, которую назвали «Торбо на круче». И тогда такие фолк-роковые песни писались, и можно было где-то найти какие-то связи и параллели. Вы приехали в Петербург из Кирова и поступили в консерваторию. Почему именно этот город выбрали? Потому что это самый красивый город Земли. И самый рок-н-ролльный для русскоязычной рок-музыки. Но вы поступили на класс скрипки. В принципе, мне нужно было попасть в Петербург и жить как хотя бы некоторое время. Ну вот лет 5 бы неплохо было бы, чтобы было жилье, был бы я куда-то пристроен. Как в консерватории относились к вашему увлечению рок-музыкой? Ну это же некий такой низкий жанр, наверное. Ну для профессуры это, конечно, да. У меня был тяжелый достаточно выбор, когда была возможность сыграть конкурс и стать участником оркестра Мариинского театра. И, собственно, обезопасить свою жизнь от каких-то неожиданностей. Судьба была предрешена уже практически. Да, и именно это меня и срубило в последний момент. Уже был назначен день, я знал, когда я пойду. Я был очень хорошо готов, потому что много занимался. И как вы выпутались? Никак, я подошел. Просто не стали участвовать? Преподавателю, да, который, в принципе, за меня очень ратовал. Всю правду сказал. Есть путь в моей жизни, который я не могу перешагнуть и перечеркнуть. Это собственное творчество, песни. Рок-н-ролл. И страшно это слово прозвучало. Скрипка довольно роковый инструмент, а вы альт практически не берете в руки на сцене, насколько я понимаю. Ну, я его постоянно беру в записях, ну, когда это нужно, в каких-то лирических композициях в основном. На сцене специально придуман раз в году концерт. Он называется «Альтернативный». Альт. Слово «альт». Альтернативный. Туда включено в название. И он играется в апреле уже много лет подряд. И где я как раз альт и использую. И некоторые песни видоизменяются. И есть еще одна песня «Восток» называется, где все на альте строится, всякие проигрыши и красота. Спи, сынок, все гуд, все ок. Есть север и юг, есть запад и восток. И восток этот всем нам дивные сказки слагает. 25 лет коллективу в этом году. Как выросла группа, как, может быть, существовала ваша публика, ваш зритель все эти годы? Конечно, очень стремительно пролетели эти 25 лет. Это восхитительный период, наполненный смыслами, открытиями, творчеством, естественно, прежде всего, рок-н-роллом. Публика, которая ходила на нас 25 лет назад, уже приводит своих детей и некоторые даже внуков. Как рок-артист начинает свой день? Еще все спят, я могу сходить на пробежку на утреннюю. Но это бывает не каждый раз. Иногда сын меня опережает и говорит: «Папа, пора вставать». И происходит жизнь. Во сколько сыну лет? Скоро будет 7. Он уже играет на чем-то? Чтобы он не брал в руки, сразу звучит. А альт он брал уже в руки на скрипке? Ну, пробовал играть? Брал, конечно, но я не очень хочу ему такой судьбы, которая была у меня, когда с 6 лет уже... Папа с мамой меня отвели в музыкальную школу, и эти ежедневные занятия. Поначалу интересно, конечно, но потом... Я хотел бы вас попросить что-то пожелать нашим зрителям, но я думаю, что лучшим пожеланием от вас станет песня.
что мне осталось? Полчаса долбить дверь и не дозвониться. Что мне осталось? Молиться. На свет звезды, на свет серебра. И чтобы с тобой ничего не случилось. И чтобы с тобой мои были ветра. Что мне осталось? Быть твоим псом молчаливым и добрым. Пасмурным утром лизать твои руки и губы. А звездной ночью стеречь твое счастье и быть любимым тобой. Псом, пусть псом быть любимым тобой. Что мне осталось? Полчаса долбить дверь и не дозвониться. Ну что мне осталось? Молиться. На свет звезды, на свет серебра. И чтобы с тобой ничего не случилось. И чтобы с тобой мои